приветствую, друзья, на моем канале. Сегодня мы будем делать обзор необычный. Если понравится этот формат, напишите, будем дальше так делать. Будет автомобиль немного дороже, чем те автомобили, которые мы делали на обзоре предыдущих моих роликов. Это будет классный автомобиль, хозяин его очень любит. Он, скрипя сердцем, дал мне его на обзор, потому что это полноприводный Subaru Legacy. А раз это будет новая машина, значит, мы поедем на ней грязь месить. Он еще об этом не знает, потом по видео посмотрит. Так что давайте будем делать на нее обзор. Здравствуй, Роман. Здраво, Денис. Здраво, Денис. Целдаун сегодня ездил. Целдаун сегодня ездил. Слушай, мы сейчас будем, знаешь, что делать? Снимать твою любимую рубрику «Подстаканники» на Subaru Legacy 12. Я понимаю. Твоего разрешения спрашиваем на сегодня. Авторские права. Авторские права, да. Я всегда за. Всегда за. Это автоматически за. Эта рубрика должна жить. Рубрика должна жить. Это тебе с Сибири говорят, между прочим. Ну все, делаем обзорчик на Легасика. Слушай, и Легасик тема, и рубрика «Подстаканники» тема. Да, да, да. Ладно, начинаем мы, в общем, обзор салона. Привет Новосибирску. Пока. Давай, всей Сербии привет от Новосибирска. Хорошо, Сербия привет принимает. Давай, все. Счастливо. Пока. Давай. Так, ну, начнем тогда с рубрики «Подстаканники». Дали добро нам. В задней части имеются в двух дверках подстаканник. Да, с небольшим люфтом, но ограничитель стоит здесь вот пластиковый. То есть она уже, по крайней мере, не упадет, не перевернется на скорости, на поворотах. Вот. И два, получается, подстаканника находятся в подлокотнике. То есть, опять же, это если ехать вдвоем. Вдвоем. Здесь кофе, там водичку запиваешь. Я не знаю, зачем сделано так. Втроем здесь тоже можно сидеть. Места полно. Просто вот, ну прям полно реально. Но локоточки придется поджать друг к другу. В общем, как у любого универсала. И еще мне нравится, что здесь раздельные сиденья. И они регулируются именно спинкой. Кратно, я думаю, сантиметру. Даже 5 миллиметров. То есть ты можешь опускать спинку. Как тебе будет удобно. Можно даже вот в полулежа, в лежачем состоянии лежать. А в целом сидушки очень мягкие. Да, тут нету каких-то там, может быть, шторочек, которые закрываются, как на некоторых европейских моделях, да. Тут сделано все для того, чтобы эта машина тебя увезла по любой грязи, воде и чему-либо до дачи и еще куда-либо. И ты будешь, пока и управляешь им, просто кайфовать. Она мягкая, в принципе, машина мягкая, она не жесткая. Хотя это полуспортивка. Так что места сзади много, удобного, комфортного. Пойдемте смотреть переднюю часть. Передняя часть также очень комфортная, классная, информативная. Имеется электроручник. Положение руля в двух положениях по вылету, по высоте. Два подстаканника для каждого переднего
пассажира, водителя, неважно, один в дверке и один, получается, по центру здесь. Один для одного, другой для другого. Машину не мыли, грязь месили только что специально, вот, ну, потому что эта машина должна месить грязь, должна быть грязной. Ну, не всегда, конечно. Вот. Нету, единственное, здесь температуры, датчика температуры, вместо этого стоит экономайзер. Все остальное здесь просто классное. Просто вот все регулировочки, все устраивает. Шестиступенчатая, кстати, механика здесь стоит. Подогревы сидений. Я это все не рассказываю. Кому интересно, посмотрите в Википедию, какие комплектации шли, с какими моторами. Я вам рассказываю сейчас свое ощущение, когда ты возишь этот автомобиль. В частности, хозяин данного автомобиля. В данную секунду это мой оператор. Он просто тащится, когда возит этот автомобиль, на скорости, как управляется, как он входит в повороты. И поэтому после того, как он порулит долго, а он прям возбуждение такое получает, прям чуть ли не экстаз. Встаешь, и мокрая сидушка, не знаю из-за чего. Слюни, наверное, капают от удовольствия. Вот. В общем, классная, проходимая, большая, то есть машина. То есть я бы назвал его, это универсал повышенной проходимости. Отличная машина. Место в багажнике сколько хочешь. Багажник огромный. На отдыхаловке можно вдвоем, в принципе, уместиться. Можно возить доски, но жалко обивку. В принципе, он огромный, большой, классный багажник. Как и должен быть у нормального универсала. Разложить сидушки можно как с багажника, так и с салона. Пойдемте покажу. И вот этот вот рычажок делает складывание сидений с салона. Сердце этого автомобиля — двухлитровый оппозитный двигатель 204, четырехвальный. Ему хватает, этому автомобилю, этого мотора, чтобы ездить. Подустить, конечно, маловато, но... И субароводы называют такие моторы атмосферные овощными, как бы, да? Но я вам так скажу, вот этот овощной мотор, и вот в сочетании этого привода и этого автомобиля, это такой автомобиль, у которого снизу, может быть, не стальные, но бронзовые или какие-то такие алюминиевые, ну, два железных таких шара висят. Вот. И когда ты садишься за руль этого автомобиля, вот появляются какие-то посторонние звуки. Вот я сейчас сяду. Вы, наверное, это не услышите, но я его слышу, этот звук. Перевожу. Поехали, говорит, грязь месить. Ну, я вот слышу там, дай джазу. Он шепчет. Он шепчет. Давай, давай поедем, да, давай. Да, вот. Я не могу стоять на месте, не нужно двигаться. Точно. Так что, раз он просит, надо попробовать. Давайте попробуем. Так должна выглядеть настоящая Subaru. Это же джип практически. Управляется машинка просто отлично. Низкий центр тяжести за счет того, что оппозитная плита, это мотор. В любой поворот на любой скорости практически входит, как спортивный практически автомобиль. Информативная, в принципе, панель приборов. Бортовой компьютер, который показывает, сколько топлива, ну, обычный бортовой компьютер, сколько осталось, какой расход средний, сколько ты минут едешь и так далее. Двухзонный климат-контроль, электроручник, отличная боковая поддержка сидений, ну, такая, я считаю, классная. Вот. Круиз-контроль, электроручник, то есть не механический, а электрический. И шестиступенчатая механика.
что еще нужно? Разгоняется для своих 150 лошадиных сил, она очень хороша, просто отлично. Ну вот на этом мы закончим наш обзор, сделаем его покороче, чтобы сэкономить ваше время, потому что про этот автомобиль мы должны много рассказывать. Много показывать, как он там по колено в грязи и вывозит программу, вытаскивая тебя оттуда. Как он маневрирует в потоке машин. Но это не та цель, этого полно в интернете. Мы просто передали вам те ощущения классные, которые испытываем, когда возим этот автомобиль. Он реально классный, прикольный, красивый. Он очень красивый. Внешний вид у него просто обалденный. Мне нравится. Внешний вид автомобиля... Вот лично мне очень нравится. Я знаю, владелец просто тащит от внешнего вида, от комфорта его управления. Но она классная, реально. Мне очень нравится. Особенно задние линии, задние части, я прям от них вообще в восторге. Задняя часть мне нравится намного больше, чем передняя. Здесь вообще шедевр. Просто вот. Это лично мое мнение. Очень классная. Классная машина. Subaru! Ласточка. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Пока. Если вы любитель вот таких пейзажей, то этот автомобиль позволит вам периодически приезжать и забираться на любые горы, чтобы полюбоваться этим. Есть субарочка моя. И тропинка, и лесок. В поле каждый голосок. Все она преодолеет. Давай, готов. Да уже снимай давно. Сзади место. Это пауза.